Конкурс среди квартальных комитетов проходит в Анапе 10-й юбилейный год, и участников было 10. Наш город представила два домовых комитета – микрорайона Южный и Алексеевский. В начале – визитная карточка, небольшое театрализованное представление. Зажигательный танец исполнили общественники из Витязева. Общественники из станицы Анапской подошли к теме театра творчески. Это не просто модель храма искусства, это самый настоящий торт. Жители Уташа, Виноградного, Гастагаевска, Джигинки, Витязева поразили разнообразием русской кухни. Тут была каша из топора, блины с икрой черной и красной, вареники, разносолы, сало, пироги и растягай, и даже жареный гусь. Жюри осталось довольным, оценивали командную поддержку, оригинальность жанра. И, конечно, русский стол. Можно описать сегодняшний наш вечер тремя словами – огненно, феерично и с душой. Первое место единогласно получил ТОС микрорайона Южный. Анапчане рассказали про Федота Стрельца, удалого молодца. У героини сказки Надежды Струнки в этот день был день рождения. Тема стола была «Русская баня». Этот комитет и забрал домой главный приз. Мы в этом конкурсе участвуем впервые. Поэтому интрига, она, будем говорить, осталась до последнего. Когда мы узнали, что поняли, что будет первое, второе или третье, уже как-то было все равно приятно. Когда уже заявили первое место, оно, конечно, очень приятно. Впрочем, без приза в этот день никто не ушел. Второе место досталось жителям Алексеевки. Мы очень долго готовились. Нам нравится этот конкурс. 10 лет. Такой юбилей. Конечно, мы потратим. У нас есть два варианта развития нашего благоустройство микрорайона Алексеевки. В этот день были пародии на русских бабок и Клару Новикову. Организаторы марафона отметили, что театр пародий «Один в один» на телевидении появился позже. Огромное спасибо. Труд, душа, сколько вы всего вложили, умения, радости. Сплоченные такие команды сегодня выступали. Но хотела бы сказать, что этот конкурс – это детище Елены Николаевны Громовой. Неравнодушным анапчанам было чем похвастаться на весеннем марафоне. Анапские квартальные комитеты болеют душой за благоустройство города и проведение таких душевных праздников. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.